Значит, не врут. Ты уходишь. Да? Ну, не плачь, у меня есть твой номер. Я позвоню, будем на связи. Знаю, как тебе трудно, но будь сильной. Так обидно. Я как раз переезжаю в твою спальню, в моей ремонт. Раз так, я съезжать передумал. Будем ютиться в одной кроватке. Тогда нам будет тесновато. Я живу не одна. Кстати, познакомься, Фредерика. Доброе утро. Здорово. Все ясно. Что? Я все понял. Оказывается, ты это... Да. Да. Ладно, тогда целоваться не будем. Можем сообразить на троих. Ну а что? Это можно. Только не сейчас, меня люди ждут. Но вечером могу вернуться, если хочешь. Сейчас пора, но я вернусь. Я шучу. А? Ну давай. Пока, братва.